Вот два Моника. Вот он Philips IPS 60 Гц. А вот АО. Тен плюс фильм 144 Гц. Настройки у них плюс-минус одинаковые. Сейчас даже покажу. Так, как меню открывать-то? Вот, 60 яркость, 50 контрастность. Так, идем в цвета. 75. Зеленый 77, 74. То есть, вот так вот. Идем сюда. 65, 65, 64, меньше даже. Контрастность 45 на 55. И цветовой этот режим, игровой цвет, десятка, то есть по стоку находится. Я вроде говорил, что Тен плюс фильм и IPS. Под какими-то определенными углами IPS-ка получше, мне кажется, выглядит. Хотя вот тут ее уже белит. Тут скажет, так IPS-ка хуевая. Блять, такие тенки бывают разные. Детский сад, нахуй. Вот картинка одинаковая. Где она лучше? Так вот, если взять. Вот где она выглядит лучше? Я вижу, что вот здесь. Яснее она выглядит. Можно еще сделать вот так. Кому очень нравятся мультяшные цвета. Уяк. Вот вам и IPS ваш. Кому такой очень нравится, пожалуйста. Можете так делать. На IPS-ке вы так не сделаете. У меня семерка стояла, в стоке десятка. Мне семерки хватает. Я не люблю слишком перенасыщенные цвета, чтобы были. Люблю светлость в изображении и легкость. При определенных углах ТНочка все-таки как-то может быть... Ну, на глаз не знаю, на камеру вроде видно, что как-то цвета начинают преломляться, да? Вроде как. Ну, может, и есть такой эффект, хрен его знает. Сверху не знаю. Я просто не знаю, под какими углами может завернуться, что, блядь, я снимаю видео, люди как-то, блядь, гонят дурку, что, типа, вот ТН-ку я купил, там какая-то хуйня ТН-ка. Ну, блядь, ну, купили вы ТН-ку хуйню, такой купили, у меня ТН-ка нормальная. Зачем здесь вы ей, блядь?